ребята. Сегодня у нас будет пример работ, обработка магазина от тараканов. Значит, все на одном кадре снял, как есть. В итоге где-то 7 минут это все заняло. Ну, конечно, это был один проход. То есть у меня в баке раствор остался. Потом я делал все то же самое по второму разу. Это второй проход. Но там меньше, быстрее меньше. В общей сложности где-то минут 12-15 все это заняло. Вот. Ну, если бы я точно рассчитал, если было бы время подумать, посчитать воду, химию, все точно рассчитал, я мог бы сделать эту обработку за 7 минут, реально. Поэтому я ролик так и назову. Обработка за 7 минут. Вот. Значит, что вы у меня просили вместе обработки. Значит, начал я обработку с дальнего конца. Там, где меньше всего, конечно, было тараканов. То есть от входа. И шел по залу. Зал обрабатывал как? Где, то есть на полке я не поднимал, где продукты, там товары лежали по низу, по холодильникам. То есть зал это вообще-то как бы второстепенное такое место было. И закончил там, где, в общем, просили сделать упор. То есть в основном на кухне там и было, видели, что там творится, там мука везде, все рассыпано. Поэтому там был упор, основная обработка именно там, и заканчивал там. То есть прошел и сел на пол и заканчивал обработку. То есть аппарат водил. Вот волкодавом травил, кстати. И вырабатывал химию. Потом я почувствовал, что еще многовато осталось. Пошел по второму разу. И вот. И точно так же потом заканчивал. То есть затуманивал в конце, там, где просили сделать упор, где основное заражение было. Так, еще момент. По химии. Значит, делал свои смеси. Конечно, я не скажу, что там именно было. Но хочу сказать, что был там у меня титан. Титан. Неплохой препарат, могу сказать. Значит, и. Что хочу сказать еще, что титан как будто создан для волкодава. Очень многие коллеги, которые взяли волкодав, говорят, что раньше с титаном там мы мучились там на этих на китайских аппаратах, толком не выходит, забивается. В общем, много проблем. А с волкодавом, говорят, ну, прекрасно, все работает. В общем, титан и волкодав. Вот. Такая реклама ненавязчивая. И еще что хотел сказать. По титану. По титану есть такая особенность, его надо очень долго размешивать, перемешивать, то есть готовить раствор. Вот. Многие это делают где-то в бутылке в какой-то отдельно, там минут 5, что-то трясут. А волкодав трясти не надо. Посмотрите, как я сделал. Там есть функция перемешивания. В самом начале ролика, посмотрите, там за пару минут все перемешалось, раствор готов. Ну вот, в общем, наслаждайтесь роликом. Приятного просмотра, всем пока.